Выяснилось, что 22-летние молодые люди приехали в Сочи из сопредельного региона. При досмотре в присутствии понятых у одного из приезжих в кроссовках был обнаружен полимерный пакет, в котором находилось 15 пакетиков с белым порошком. Аналогичный сверток с таким же содержимым обнаружен и у второго задержанного. Экспертиза показала, в одном пакете находилось наркотическое вещество N-метилэфедрон массой 11 граммов. Во втором такое же вещество массой почти 10,5 граммов. На допросе молодые люди рассказали, что в Сочи приехали с целью заработка. Через интернет получили информацию от наркоторговца о местах, где необходимо сделать закладки. Отчет о проделанной работе также по интернету отправляли тому же оператору. За это должны были получить деньги. Сейчас приезжие помещены в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Ответственность предусмотрена до 20 лет лишения свободы.